Всем привет, с вами Руслан, магазин «Мне лодку». Сегодня перед нами лодка Aqua 2800 в цвете черный светло-серый. И мы покажем, как на нее установить вот такие полы в виде книжки по форме днища, которые можно приобрести отдельно для этой лодки. Приступаем к установке полов. Не забывайте подписаться на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Нажимайте кнопку «Подписаться», которая справа внизу экрана, чтобы не пропустить очередные полезные видео. Перед нами полы в виде книжки. У них две стороны. Одна гладкая, а другая шершавая. Устанавливать нужно полы шершавой стороной наверх. Полы идут в виде книжки. Лодку мы развернули, не накачивали еще. И сейчас расправили дно, чтобы оно было ровным. И начинаем установку полов. Наша задача — это просто разложить полы по днищу этой лодки. Просто расправляем слань таким образом, чтобы она зашла в шов. Все, слань установлена. Она собирается сейчас в виде домика, это нормально. На лодке Aqua 2800 установлен брусок на трансе, чтобы полы заходили под него и упирались. Все, полы установили, можно накачивать лодку, дальше они расправятся. Aqua 2800 — это небольшая моторная лодка, у которой два отсека. Клапана для накачивания отсеков находятся в передней части лодки. Накачиваем поочередно. Давление 250 миллибар. Накачиваем мы с помощью насоса Марлин. Давайте теперь поднимем второй отсек. Так, лодка накачана, колпачки на клапана устанавливаем. Все, полы распрямились, стоят как нужно. Накачали два отсека лодки. Полы у нас распрямились и установились по форме днища. Шершавая сторона наверх.
Это лодка Аква 2800. Вот так лодка выглядит с палами. На нее можно ставить мотор до 5 лошадиных сил. Полы позволяют стоять в лодке, кидать спиннинг. И вообще очень удобно, когда перед вами ровный пол, жесткий. Вот так легко мы поставили полы в лодку Аква 2800. Полы по форме днища, купить вы можете их сразу вместе с лодкой, либо приобрести отдельно позже. А с вами был Руслан, магазин «Мне лодку». Не забывайте подписываться на наш канал, кнопка «Подписаться» здесь справа, нажимайте прямо сейчас. И до следующих интересных видеообзоров. Всем пока!